Тысячи студентов из более чем 20 высших учебных заведений Гонконга устремились на территорию Китайского университета. Они собираются на протест против отказа Пекина от демократических реформ в этом особом административном регионе. Их встречают плакаты с надписями «Бойкот должен состояться», «Не подчиняйтесь и отстаивайте свою судьбу». Студенты планируют провести недельную акцию гражданского неповиновения, включая протесты в аудиториях учебных заведений и массовые собрания в центре Гонконга в качестве подготовки к акции «Оккупируй центр». Гонконг вернулся под управление Китая в 1997 году в качестве специального административного региона с расширенной автономией. Одним из условий воссоединения было обещание Пекина разрешить с 2017 года проводить здесь свободные выборы главы региона. Однако недавно власти Китая отказались выполнять это обещание. В настоящее время главу назначает специальная комиссия, что вызывает недовольство значительной части местных жителей. Многие гонконгцы уверены, что в этом избирательном комитете много людей, лояльных властям материкового Китая, и что они помещают на пост главы администрации ставленников Пекина. В прошлом месяце правящая в КНР Компартия объявила, что будет сама выбирать кандидатов на высший пост Гонконга. Активисты говорят, что это не позволит выдвинуть своих кандидатов демократическим партиям. В знак протеста активисты угрожают заблокировать центральный финансовый район Гонконга. Я уверен, что 31 августа, когда постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял свое решение, это разрушило мечты многих жителей Гонконга, которые последние 30 лет активно боролись за демократию. Студенты региона выходят на протест не впервые. Так, в 2012 году тысячи человек выступили против новой обязательной программы обучения в школах. Ее назвали прокитайской и обвинили в том, что она нацелена на промывание мозгов детям. Тогда студенты также провели недельные протесты. В результате администрация региона отклонила планы по внедрению программы. Это вызвало резкую критику со стороны Компартии Китая. В последнее время в регионе все чаще вспыхивают протесты против центральных властей КНР. Гонконгцы считают, что коммунистический Пекин хочет установить в их регионе свое идеологическое и политическое влияние.